Поздравляя аграриев, Россия одновременно подводит итоги уборочной кампании. Собрано более 100 миллионов тонн зерна. Объемы продукции птицеводства выросли на 8%, свиноводство на 5%. В 2016 году планируется выделить дополнительные средства из антикризисного фонда для развития импортозамещения. В своем выступлении в Государственной Думе председатель Комитета по аграрным вопросам Николай Панков заявил о необходимости в будущем году ускорить темпы перехода исключительно на отечественное производство мяса, птицы, молока, овощей, картофеля и фруктов. Соответственно, готовится и почва для увеличения финансирования отрасли. Ключевой момент – это формирование бюджета на 2016 год. Об этом как раз на встрече депутаты фракции «Единая Россия» говорили с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, где он воспринял наше предложение не уменьшать финансирование агропромышленного комплекса, оставить его на уровне 2015 года, но и рассмотреть вопросы увеличения. То есть 237 миллиардов в этом году – это то, что необходимо отстаивать и дальше смотреть увеличение финансирования наших аграриев. Николай Панков предлагает поддержать в будущем году строительство в стране современных логистических центров, свиноводческих ферм и птицефабрик, современных тепличных комплексов. Кроме того, Госдеп призвал коллег не забывать о проблемах на селе, большой закредитованности, слабой технической оснащенности и малой занятости населения в глубинке.